Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовлю очень вкусный ужин, и я уверен, что вам этот ужин очень понравится. Жду ваших комментариев, подписку и, конечно же, делитесь с друзьями. А мы начинаем готовить. Погнали! Сегодня готовлю картофель, так как картофель у нас самый бюджетный продукт, и он всегда у нас есть на столе. Выбираем не крупный, он у меня помещается в ладонь свободно. Наверное, 3 таких картошки поместятся в ладонь. Обязательно. Тогда проще и быстрее готовится картофель. Сегодняшнее блюдо готовлю в казане. Казан отправил на огонь. Добавляем растительного масла. Примерно грамм 50-60. Картофель хорошенечко промыл, просушил. И отправляем в казанчик. Картофель буду обжаривать до красивой золотистой корочки. Примерно 15 минут. Пока жарится наш картофель, подготовим следующие ингредиенты. Это у нас чеснок, 3 зубчика. Раздавливаю и нарезаем. Также нам понадобятся 2 луковицы. Размер больше среднего, наверное, даже. Нарезаю кубиком. Спустя буквально 16 минут я отправляю лук и чеснок. Какие здесь вкусные ароматы. Ох. Лук и чеснок и картофель прожариваем все вместе буквально 3-4 минуты. Перчим по вкусу и солим по вкусу. И заливаю домашней томатной пастой. Слегка перемешиваем, чтобы не поломать картофель, так как он уже почти готов у нас. Если у вас соус томатный густой, значит нужно будет добавить воды. В моем случае также нужно добавить немного, грамм 20-30 воды. Доливаю воды. Накрываю крышкой и томим на маленьком огне минут 20-25. Аромат исходит просто шикарный, друзья. Как я приготовил домашнюю томатную пасту, друзья, я просто взял помидоры через терку и просто их блендернул. И у меня домашняя паста готова. Такая домашняя томатная паста идеально подходит. И, конечно же, по бюджету недорого. Сразу скажу, обязательно приготовьте такой картофель в томатной пасте. Ну, просто изюминка. Очень вкусно, очень ароматно. Пробуем. Друзья, нет слов. Ну, очень вкусно. Обязательно к приготовлению. Такой картофель понравится 100% вам и вашей половинке. Картофель просто тает во рту. Друзья, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, кто не подписался, делимся с друзьями, ну и, конечно же, комментируйте. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.